Я не знаю, откуда это лезет мне в голову, но это лезет. Не знаю, откуда эти мысли берутся, но это берутся они откуда-то. Хочу сказать, это тебе. Да, почему-то я хотела бы тебе сказать, вот именно тебе. Кому? Да это бывшему. Я не знаю, права ли я или нет, но я чувствую. Чувствую то, что тебе не сладко. Сейчас. И ты вот это все решаешь, типа, возобновить. Ну, не в этом дело, не про это хочу говорить. Хочу сказать одно. Если человек хочет что-то изменить в своей жизни, он изменит. Но надо захотеть. Надо захотеть, надо увидеть то направление, куда ему надо пойти. И пойти хотя бы просто в то направление. А если нет, то остаться в том болоте, в котором находишься. Про себя ничего не буду говорить. Я хотела бы тебе помочь, знаешь, помочь делом каким-то. Я просто не могу. Это не мое. Вот я так чувствую, что я не могу. Это не мне надо тебе помогать, а ты сам должен себе помочь. Только ты сможешь, если захочешь. А если не захочешь, то не сможешь. Только ты и только сам. А я не имею права этого делать, потому что это не мое. Да, я могу красиво, клево там сказать, там, да, давай все возобновим, да, там, люблю, куплю, улетим. Я-то летаю, а ты? Это шутка. Про полеты. Скажу так, что найди себя, найди в себе все то, что тебе нужно. Повернись в нужное направление, иди, и ты увидишь, что жизнь твоя изменится. Но это должен делать только ты. Я могу только словом посоветовать. Это только все от тебя зависит. Вся твоя жизнь. И мы, люди, да, мы можем ею, ну как, не управлять, а направлять свою жизнь так, как нам бы хотелось, и у нас бы все получалось. Можем, да. Знаете, я вспомню то, что вообще про людей, да, про Бога, про людей. Когда Бог из рая изгнал людей, да, первых, там Адам, Ева, они, ну как, на землю людей. Но это я многого не знаю, поэтому я говорю мыслями своими. И он людям, первым людям, дал право мыслить, думать, действовать, так как они считают, дал выбором, считают нужным. А там уже кто на что и кто что заслужит, тот то и получит. И вот так, мне кажется, это еще из тех времен старых тянется. Все это действительно есть, это действительно так. Каждый человек выбирает для себя и путь, и дорожку, и свою жизнь. Выбирает и живет так, как он считает нужным для него. Ну, кто-то не очень выбирает, кто-то достойно. Все по-разному, мы все люди разные. И также каждый человек выбирает, с кем ему идти эту жизнь. Рядом с Богом или нет. Я не знаю,
Откуда у меня мысли такие слова? Я не знаю. Я знаю одно. Говорю тебе. Никто за тебя это не сделает. Не выберет за тебя твой путь. Хочешь уходить? Ну, я имею в виду, куда-нибудь отсюда, вообще с земли уходи. Хочешь жить? Живи. Хочешь плохо жить? Живи плохо. Хочешь хорошо жить? А тут тоже надо что-то сделать. Живи хорошо. Сделай и живи. Все в наших руках. Все в наших головах. А высшие силы, Бог и все, они только помогают, наставляют на какой-то путь, который правильней. Никак по-другому. Никак. Ты реши, что тебе надо и как тебе надо. И иди по тому пути, который тебе покажется для тебя, для твоей души и сердца ближе. Себя меняй. Себя. Начни с себя. Всегда надо начинать с себя, прежде чем смотреть на кого-то, или кого-то обвинять, или кого-то ругать. С себя начни. С себя. Только.